В этот день я хочу обратиться не только к студентам учебного военного центра, но и к студентам А-факультета и факультета, особенно к студентам кафедры А1, с которыми мы сейчас буквально минут через 40 познакомимся еще более подробно. Честно говоря, всегда поднимаясь на эту сцену, я очень вам завидую. Вы все такие молодые, задорные. Мне сегодня вдвойне приятно, втройне, даже в четверне, что среди вас находится и мой средний сын. И ректору я готов пообещать, что через 8 лет будет и мой младший сын здесь тоже, в обязательном порядке. Ну, вас здесь уже достаточно запугали, я немножечко разбавлю все эти пугалки. Скажу так, у вас сегодня последний праздничный день. Начиная с понедельника, у вас начинаются серые темные будни. И следующий праздничный день будет у вас у кого через 4 года, у кого через 5, у кого через 5,5 лет. Ну и хочу в конечном итоге пожелать, как говорят, у летчиков, у подводников, количество взлетов равняется количеству посадок, количество погружений, количество всплытий. Так вот, вот сколько вас здесь в зале есть, столько должно быть через энное количество лет на выпуске. С праздником!